Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжаем цикл передач «Открытая Церковь» совместно с Хором Духовенства Санкт-Петербургской Митрополии и православным телеканалом «Союз». И сегодня мы с вами поговорим на тему, которая звучит так. «Путь веры современного христианина в письмах игумена Никона Воробьева». Когда мы обращаем свой взор к Евангелию, то замечаем, что большинство людей, прежде чем прийти к глубокой и осмысленной вере, проходят путь научения. И Господь наш Иисус Христос также являлся учителем веры. Он наставлял апостолов, раскрывал им тайны Царствия Божия и повсюду проповедовал. И большинство святых отцов, прежде чем стать светилами веры, также прошли опытный путь научения веры и познания Бога. И вот одним из таких подвижников, современников, который свою активную пастырскую духовную деятельность проводил в первой половине XX века, сегодня обратимся к его наследию. Это игумен Никон Воробьев. И прежде чем мы откроем страницы его духовных писем, мы должны обратиться к жизнеописанию этого человека. Родился будущий игумен Никон в Тверской губернии в 1894 году. Родился он в многодетной крестьянской семье, и мы сразу можем представить те тяготы, которые пришлось пережить этому человеку. Дело в том, что в семье его родителей было 7 детей. И, конечно, требовалось очень много усилий, средств, чтобы эта семья могла существовать. Но Господь уже промыслом Божиим в то время подготавливал будущего подвижника к тем испытаниям, которые впоследствии будут на его духовном жизненном пути. Семья, из которой вышел игумен Никон, была православной. Но, к сожалению, вера в то время в среде простых людей была не очень крепкой, не очень глубокой. Она была более традиционной, и поэтому легко могла потеряться. И, к сожалению, это и произошло впоследствии с игуменом Никоном. Когда он поступил в реальное училище, то с жадностью начал изучать различные науки. И вера сразу сошла на нет. К нему пришла мысль, что все можно познать с помощью науки, что именно наука может ответить на все вопросы и на самый главный вопрос – что является истиной, в чем смысл человеческой жизни. Но, занимаясь наукой, будущий игумен Никон пришел к познанию того, что наука даже и не занимается вопросами смысла жизни, даже не ставит эти вопросы, а тем более не занимается изучением богопознания духовной жизни. И, разочаровавшись в науке, Николай, как звали в миру Никона Воробьева, обращается к настойчивому, доскональному изучению философии. По ночам он читает книги и труды различных философов, беседует с педагогами и настолько проникается любовью к философии, что даже многие его преподаватели, как свидетельствует жизнеописание, сами обращаются к нему для обсуждения различных философских вопросов и проблем. Но впоследствии происходит очередное разочарование. Николай видит, что
Философия не отвечает на вопрос, что есть истина, что существует множество философов, у каждого своя истина, и он в некоем отчаянии решает обратиться к психологии. Поступает в психоневрологический институт в Петрограде и надеется, что здесь ему удастся все-таки обрести вот эту главную истину, главный смысл жизни. Но, к сожалению, и здесь он не находит ответа на эти важные вопросы и приходит к очень глубокому разочарованию. Как говорит его жизнеописание, у него даже появляются мысли о самоубийстве. Настолько для него вот эти вопросы смысла жизни были остры и важны. И что же происходит дальше? А дальше он вспоминает свое детство. Он вспоминает, как он ходил в храм с родителями, как родители молились, как они встречали праздники. И вот эти детские воспоминания пробуждают в нем последнюю надежду. Он решает искренне обратиться к Богу. И, выйдя на улицу в один из дней, это все происходило в Вышнем Волочке, он начинает с рыданием молиться Господу. «Господи, откройся мне, явись мне, ведь ты же видишь, что я искренне ищу тебя. Ты видишь, как я страдаю от этого состояния незнания, непонимания». И что происходит? Господь по своей милости открывается Николаю, и происходит это удивительным, чудесным образом. Уже когда было далеко за полночь, после этой молитвы Николай, будущий игумен Никон, слышит удары колокольного звона. Сначала он не мог понять, что это такое, но когда поразмыслил, подумал, он убедился, что это был Божий знак. И как сам он впоследствии описывает, «На душе моей воссияла такая радость, такой мир осенил меня, что я понял, вот действительно истина, вот встреча с живым Богом в молитве». И впоследствии его жизнь протекала с различными испытаниями, трудностями. Когда он принял постриг, то сразу же после подстрига он был сослан в лагеря на целых 5 лет. И там он претерпел очень много испытаний, унижений, искушений. И этим всем промысел Божий готовил его к великому служению пастыря и учителя духовной жизни. 7 сентября 1963 года игумен Никон Воробьев мирно почил, простившись со своими близкими и знакомыми. И вот его путь жизни уже в кратких чертах показывает нам, каковы его духовные запросы, насколько это был глубокий человек, насколько этот человек опытно прожил христианство. И поэтому письма, которые мы с вами будем рассматривать, являются для нас, современных христиан, очень важным свидетельством, очень важным источником, из которого мы можем с вами черпать вот те правила жизни, которые помогают нам в современном мире идти путем правильной христианской жизни. На этом мы заканчиваем нашу передачу и впоследствии продолжим обращаться за духовным назиданием к письмам игумена Никона Воробьева. Благословение Божие да пребывает со всеми вами. Родился Христос.
весь мир тонул в грехе и беззаконии, но Божий Сын нам спасение принес. Надежда счастьем сердце наполняет, вдали горит грядущих дней заря. Тебе вся власть.